В общей сложности участникам игры предстояло ответить на 30 вопросов. Логическое мышление, знание истории, культуры, традиции разных стран должны быть в багаже игрока. Что, где, когда. Бедные слои населения во времена Шекспира предпочитали устриц. Чем при этом сравнивали устриц? После первой десятки вопросов в лидеры вышли две команды. Сборная с длинным оригинальным названием «Ленке нужна реклама, поэтому от А до Я» и «Улыбка она по гражданпроект», которая трижды становилась лидером игр, начиная с 2003 года. И в прошлом году также завоевала Кубок победителя. Мы не готовимся к играм, и поэтому мы всегда все успеваем. Да, у нас это не отнимает много времени. Азарт присутствует. Дух соревнования. Да. Ваня, вот мы кубки коллекционируем на работе, складываем. Но мы занимаемся еще со студенческой скамьи буквально. И интерес с тех пор ничуть не утих, наоборот, еще больше разгорелся. Помогает узнать что-то новое, особенно интересны те вопросы, на которые даем неправильные ответы. Значит, узнаем что-то новое, соответственно. В итоге эти две команды оторвались далеко от интеллектуальных соперников. На первое место вышла сборная «Ленке нужна реклама» – 23 правильных ответа, «Улыбка» на втором – 20 ответов, и на третьем наши коллеги – 39-й канал телевидения. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа регион.